прошлый раз мы с вами встречались и говорили про IT-отрасль, и помните, я вам говорил, что в IT не только программисты, вот, и мы договорились с вами, что обязательно пообщаемся по поводу других профессий в IT, которые не связаны с программированием. Поэтому у вас сегодня будет интересное общение с ребятами по разным специальностям. Вот Даша, например, она профессиональный рекрутер, ищет, подбирает там, персонал в свою компанию. Виталик – project manager. Сережа – дизайнер. Вот, дизайнеры тоже есть в IT. Вот. И ребята постараются вам максимально интересно рассказать про свои профессии. Поэтому задавайте вопросы. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее про свою работу. Как вы стали проект-менеджером? И почему вам это нравится? Проектный менеджер – это человек, который должен любить работать с людьми. Вот вы любите людей? Если да, значит, вы уже на первом пути к проектному менеджменту, потому что в первую очередь вам предстоит работать с людьми самыми разными характерами, самыми разными профессиями, абсолютно не похожими друг на друга, а это значит, что вас ждет огромное приключение впереди. То есть вам неизвестно, каждый день будет таить многие сюрпризы, на одну и ту же ситуацию люди могут реагировать по-разному. Чем занимается, собственно, проектный менеджер? Как мой коллега сказал, действительно, у нас много ответственности, но самое главное, у нас есть большой такой треугольник. Да? То есть, когда строили пирамиду, ее тоже нужно было проектировать и отвечать, чтобы кто-то был ответственный за этот процесс. Проектный менеджер отвечает, первая грань пирамиды – это сколько нужно сделать задач, то есть количество задач. Вторая грань пирамиды – сколько времени займут эти работы. И третья грань пирамиды – стоимость. Что нужно сделать, сколько это займет по времени и сколько это будет стоить. В центре находится качество. Вот мы должны всем этим управлять, чтобы ничего не развалилось. Если мы хотим построить пирамиды, если мы хотим сделать YouTube-приложение для мобильного телефона, если мы хотим сделать банковское приложение, приложение вызова такси, приложение заказа еды, нам нужно собрать людей, собрать команду, поговорить с заказчиком, выяснить все требования, написать детальный план и запустить это в работу, имея в голове очень важный аспект того, что, держа в голове, то, что план никогда не будет выполнен на 100%, он всегда будет подвергаться изменениям, он всегда будет подвергаться каким-то искривлениям, и мы должны постоянно на это реагировать. Кто-то из команды захотел уйти, кто-то захотел в нее добавиться, где-то у заказчика поменялись требования, где-то мы не вписываемся в какие-то рамки, поэтому нам нужно много общаться с людьми, хорошо говорить на иностранных языках, то есть базовый – это английский, ну и плюс любой другой язык, который поможет вам коммуницировать с заказчиками. Большинство украинских заказчиков для украинских IT-компаний – это компании из-за рубежа, то есть это европейские, американские компании, канадские компании. То есть чем больше языков знаешь, тем ты выгоднее себя можешь представить на рынке труда, и тем больше, коллега расскажет, да, тем больше рекрутеров за тобой бегают и пытаются затащить свою компанию, чтобы ты у них работал. Поэтому проектный менеджер, да, – это специалист, который отвечает за успех проекта, контролирует его риски, контролирует время, стоимость, сроки, объем задач, смотрит за качеством, смотрит, чтобы заказчик получил ровно то, что он заказывает, ни больше, ни меньше. Потому что все это время, это деньги, это ресурс. Работа очень ответственная, действительно, рабочий день сложно зафиксировать какие-то рамки. Вот я пришел в 9 утра и вышел в 6 вечера. При условии, что, например, Соединенные Штаты просыпаются часа в 4 дня по-нашему, поэтому смещенный рабочий график – это часто история. Плюс, если клиент что-то хочет у тебя спросить, ну, представьте, да, вам позвонили родители спросить, где вы. Они, вы же не можете не взять трубку, да, и сказать, я не могу, я сейчас занят, да, то есть они будут волноваться. Так же самое и заказчик, когда он тебе пишет что-то, когда он тебе письмо или смс-ку, или когда пытается тебя набрать, он рассчитывает, даже несмотря на разницу в часовых поясах и то, что вы в разных концах планеты, ты ему расскажешь, а что же было за сегодня сделано, или как решается какая-то проблема, или сможем ли мы выполнить какую-то задачу. В целом, если настроить правильную коммуникацию с заказчиком, можно хорошо себя чувствовать, можно спать, можно кушать, можно ходить в спортзал, можно видеться с друзьями. Но всегда нужно понимать, что ты тот человек, с которого будут спрашивать за все успехи и за все неуспехи проекта. Ты должен быть готов взять на себя эту ответственность. Безусловно. Не всегда я работаю в одиночку, мне в этом помогают мои коллеги с разных отделов, то есть всегда есть технический лид, который помогает разобраться с этими проблемами технического толка, всегда есть специалист лид по тестированию, который помогает следить за качеством продукта, есть специалист по дизайну, либо лид-дизайнер, либо единственный дизайнер на проекте, он помогает отвечать за визуальные интерфейсы, за их разработку. Мою команду наполняют, поддерживают и помогают рекрутеры и HR, то есть human resources, да, специалисты по кадрам, которые помогают мне добрать людей, поддерживать их мотивацию, то есть это совместная работа, знаете, как это как
парный танец, даже не парный, как общая такая, не знаю, дискотека, где все подчинены ритму музыки и все получают своеобразное удовольствие, хотя каждый может двигаться, как он хочет. Показательно для IT-сферы, когда ты можешь прийти в профессию в одной ипостаси и через некоторое время обнаружить себя совершенно в другой области. Это очень хорошо, очень естественно, и не будет каких-то таких вот правильных иерархических ступенек, по которым должен забраться, и не пройдя одну, ты не попадешь в другую. То есть ты можешь прийти дизайнером, стать бизнес-аналитиком. Для бизнес-аналитика ты можешь стать проектным менеджером. Из проектного менеджера ты можешь стать маркетинг-специалистом, который отвечает за привлечение новых клиентов. То есть очень много самых разных вещей. Вот возьмем такую ситуацию. У нас есть проект-менеджер, нам дали какой-то проект, и теперь нам нужно собрать команду, которая будет реализовывать этот проект. Кто занимается подбором команды? Кто ищет этих людей? Если мы открываем проект с нуля, то тогда да, там, например, SEO-компания, владелец компании приходит и говорит, или клиенты приходят и говорят, ребята, у нас есть вот такие вот требования, нам вот в такие сроки за вот такие вот деньги нужны люди, рекрутеры, фас. Рекрутеры идут на рынок и пытаются достать людей, как только это возможно. Но вообще в реальности есть проект, на который периодически нужно то больше, то меньше людей. Кто-то ушел или проект расширился, и тогда да, тогда проектный менеджер в том числе приходит к рекрутерам и говорит, рекрутеры, давайте, нам нужны люди. На самом деле у рекрутера не так много инструментов, хотя казалось бы, что много. То есть есть определенные работные сайты, где и выложены уже готовые резюме, то есть ребят, которые готовы рассматривать. Есть профессиональные соцсети, где есть в принципе люди какие-то, которые, возможно, готовы рассматривать вакансии, возможно, не готовы рассматривать вакансии. Вот это один из вариантов. Ну и нетворкинг. Это о том, какие социальные связи есть у рекрутера. Разным людям нужны разные штуки. Кого-то можно заманить классным соцпакетом, там, модная страховка или офис в центре города. Кому-то интересен паркинг в центре города, ну, то есть возможность поставить машину. Кому-то интересен проект, а кому-то технологии. Причем нет единственно правильного ответа. То есть кому-то нравятся, например, старые технологии и сидеть в легаси-код ковырять, а кому-то это не нравится. Кому-то нравится что-нибудь новенькое все время. Но на самом деле главное тут набивать шишки. Ну, то есть вы можете получить какие-то базовые знания о том, как, где искать кандидатов. Я на курсе рассказываю, какие шишки я набивала, как правильно писать, как правильно разговаривать. Но когда вы становитесь рекрутером и сами это пробуете, то все как будто совершенно другое, как будто все по-новому. Потому что это люди. Работа с людьми – это всегда что-то новенькое. Чем отличается дизайн в IT от обычного дизайна? Дело в том, что смотря какой обычный дизайн, то есть тоже графический дизайн имеет место быть в IT-сфере. Допустим, если мы говорим о корпоративном дизайне, да, то есть каждая компания, в которой работает IT-специалист, обладает каким-то визуальной коммуникацией, каким-то стилем, тем же самым логотипом, брендингом, да, внутри. То есть есть какие-то, допустим, бейджи, бланки и так далее. Соответственно, графический дизайнер, он тоже имеет право и имеет место быть в IT-сфере. Например, моя специфика такая, что я разрабатываю и проектирую интерфейсы. То есть все мы регулярно пользуемся ежедневно различными девайсами, а-ля телефоны, планшеты, телевизоры, игровые приставки. И все это как-то выглядит, да, то есть это все имеет определенный внешний вид. Иконки, допустим, какие-нибудь переходы между одним экраном в другой. Соответственно, это все задача дизайнера. Те логические цепочки, которые присутствуют в этой программе, переходы, да, то есть мы, если мы нажимаем кнопку, то мы попадаем куда-то. Это задача дизайнера-проектировщика. Я занимаюсь этим бессознательно порядка 12 лет, допустим, сознательно 9 лет. То есть я самоучка. То есть, когда я начинал этим заниматься, никаких дизайнерских школ еще в помине не было. Соответственно, когда вот это исключительно как бы, да, такой мой путь, я путем шишек, каких-то ошибок, не знаю, там, в общем-то, грыз этот гранит науки. Тем самым, конечно, мне лучше это запоминалось, потому что когда вы чего-то сами, да, до чего-то додумываете, то это сильнее впитывается в вас. Но в то же время я потратил, например, на это плюс-минус 10 лет. В текущих условиях это можно сделать гораздо быстрее. Значительно быстрее, когда есть школы дизайна, да, когда
есть IT-школы, где есть такая направленность, где есть специалисты, которые, вот, например, в чем прелесть, опять же, школы Хилель? Потому что здесь преподаватели, они работают в этой сфере. То есть, да, это не то, что как педагог, который, да, у него есть методичка, например, или какая-то там система образования, которая когда-то либо была утверждена, а то, что мы рассказываем как специалисты, мы этим пользуемся регулярно, каждый день. Если выходит что-то новое, то мы, соответственно, актуализируем эти знания. Дизайн прекрасен тем, что мы когда-то что-то делаем, мы сразу видим результат. И это всегда приятно, и это всегда подкупает. Поэтому давайте отправимся и убедимся в этом на личном опыте. Отлично. Пойдемте за мной. Попробуем нарисовать несколько обыкновенных иконок, и я вам расскажу, по какому принципу это делается. Говоря простым языком, то в частности, любая иконка, любой сложности, да, такая оговорка, достигается банальной геометрией. Для начала нам понадобится с вами Adobe Illustrator. Это векторная программа, в которой преимущественно рисуются иконки. Давайте вместе ее отыщем. Я сейчас создам прямоугольник. Вот я его создал. То есть я выбрал сначала, перевел курсор. Я беру, выделяю прямоугольник, навожу в центр, зажатой клавишей Alt и левой клавишей мыши создаю некий аналог прямоугольника. Есть? Yeah. Отлично. Так, у кого не получается, бегу на помощь. Давайте впишем в угол 45 градусов, то есть 45 цифру. Пишем 45. Нажимаем просмотр, видите? Тут есть чекбокс, да, то есть галочку можно поставить напротив просмотра. Есть? И теперь ваша задача нажать не окей, не отмена, а копировать. Нажимаем копировать. То есть у нас была фигура, и появилась еще одна фигура с оговоркой, что она смещена, так? Теперь, пожалуйста, зажмите горячую клавишу Ctrl-D и скажите мне, что происходит. Еще одна. И давайте еще раз нажмем, тем самым, что у нас появится такой крестик. То мы теперь переводим курсор в центр, видите? Зажимаем клавишу Alt и Shift и левую клавишу мыши. Таким образом у нас с вами рождается, да, вот такой вот эллипс. И у меня получается, как вы уже поняли, шестеренка. То есть путем обыкновенных, при создании обыкновенных примитивов, да, то есть прямоугольник, повернул прямоугольник, создал эллипс, объединил это, у меня появился иконка шестеренки, которую можно использовать, например, в настройках, да, у каждого там приложения, например, того же Инстаграма или ТикТока, например. Есть иконка настроек, которая в качестве опознавательного знака выглядит не иначе, как шестеренка. То есть у нас уже на подсознательном уровне заложено, шестеренка – это что-то с настройками программы, так? И вот сейчас, благодаря, видите, простым манипуляциям, мы с вами ее отрисовали. Если иконка сложная, например, то есть и тут не получится путем соединения, да, достичь определенного эффекта, то рисуется, как правило, ее половина, потом она зеркалится, становится вместе, и все выше всяких похвал. Давайте я вам напоследок покажу, например, да, что я имею в виду, по-быстрому, так сказать. Итак, представьте себе, что мне нужно нарисовать дирижабль. Я рисую сначала его, да, ну вот эту, как бы, его верхнюю часть, удаляю половину. Удаляю половину для того, чтобы отредактировать нижнюю, то есть вот эту одну часть. Вот так, например, да. Теперь я ее как раз-таки копирую, поворачиваю, прикладываю вплотную, объединяю. Да, то есть вот. И теперь осталось дело за малым. Я копирую одно и то же и уменьшаю ее в масштабе сплюсывая. Есть такое слово. Как вы уже поняли, у меня готов
на дирижабле. У дирижабля есть вот этот огромный, да, как бы вот этот воздушный шар. Пожалуйста. Я нарисовал половину. Видите как? То есть вы должны в себе развивать вот это вот мышление, что объекты, они состоят из примитивов. Все. То есть эллипс, треугольник, прямоугольник, квадрат и так далее, овал. И путем комбинирования этих обыкновенных величин достигается фактически любой результат. Мы сегодня с вами совершили еще одно путешествие мира IT, узнали много всего интересного. Я надеюсь, что на многие вопросы вам все-таки дали ответы, а на некоторые вопросы вам нужно будет ответить самим. Вот сегодня мы получили вот такую вот интересную пиктограмму настройки. Я надеюсь, что вы настроитесь и начнете свою профессиональную деятельность таких интересных вещей, как треугольники, квадраты, прямоугольники, и все будете соединять и создавать что-то новое. Спасибо.